Здравствуйте! Интернет-магазин «Умная игрушка» представляет говорящую книгу «Красный, желтый, зеленый». Эта говорящая книжка знакомит ребенка с правилами дорожного движения. У нее толстые картонные страницы, подробные иллюстрации, а сбоку находится звуковой модуль. Самая большая кнопка играет песенку. А остальные комментируют картинки. Красный свет. Стой, идти нельзя. Ребенок знакомится со светофором и учится переходить улицу. Узнает, зачем нужен регулировщик и с какой стороны нужно обходить транспорт. Внизу есть маленькая желтая кнопка «Стоп»,